Всем привет! Вы уже определились, что подарите своим близким и любимым на новогодние праздники? Если нет, то эта подборка вас заинтересует. Я подготовил для вас 15 различных товаров-подарков с Яндекс.Маркета, так как с Китая посылка вряд ли успеет прийти и нужно получить подарок быстрее. Так что смотрите до конца и берите на вооружение идеи. Приятного просмотра! Givenchy Very Irresistible – это мягкий и волнующий аромат, который относится к цветочно-фруктовой группе. Его разработали в 2003 году три лучших носа современности – Доминик Рапион, Карлос Бенаим и Софи Лабе. Им удалось создать универсальный вариант для вечера и дня. В него можно облачиться по случаю свидания, похода в ресторан или просто прогулки. Букет преисполнен нежными нотками, которые дарят чувство легкости и повышают настроение. Он вызывает ассоциации с благоухающими садами и уютным французским кафе. Это выбор мечтательных и романтичных натур станет прекрасным подарком любимой, неважно, на Новый год или просто так. Гирлянда с прищепками для фотографий преобразит вашу комнату, наполнит ее уютом и атмосферой праздника. Вы сможете украсить квартиру любимыми фотографиями или картинками в необычном оформлении. Такая гирлянда остается актуальной в любое время года. Настольные игры для двоих с необычными сюжетами способны добавить много нового в романтические отношения. Они не только дают лишний повод провести время вместе, но и дарят хорошую возможность узнать друг друга получше и еще больше сблизиться. Сейчас настолок стало так много, что выбрать можно буквально любую, начиная с классических игр и заканчивая очень даже эротическими. В описании оставлю ссылки на несколько настольных игр на любой вкус. Мультитулы. Инструменты и железяки – это то, что часто актуально у парней. Мультитулу наверняка будут рады даже далекие от техники молодые люди. Приятно знать, что в нужный момент самый необходимый инструмент всегда будет под рукой. Да и выбрать его есть из чего. Мультитулы – брелоки, плоские и полнофункциональные девайсы. Я сам часто пользуюсь мультитулами и могу подсказать достойные варианты. В описании также оставлю ссылки на несколько очень достойных мультитулов с разными ценниками. Такой гаджет – это универсальный подарок любому мужчине, уверяю вас. А вот такие конструкторы от U-Gears подойдут не только взрослым мужчинам, но и подросткам, они им очень понравятся. У меня есть конструкторы от этой фирмы, и они очень необычные и интересные, а собирать их просто одно наслаждение. Вот, например, новинка конструктор 3D пазл «Дракон Ураган». Скелет дракона сделан из натурального дерева, все детали вырезаны на высокоточном лазерном станке и легко крепятся друг к другу без всякого клея или инструментов. Что касается крыльев, они изготовлены из плотной бумаги, достаточно гибкая для того, чтобы передать ощущение полета. В груди мифического зверя бьется могучее сердце, фирменный резиномотор от U-Gears. Просто поверните ключ завода, и гигантский ящер оживет. С ленивой грацией пошевелит могучими лапами, взмахнет крыльями, угрожающе качнет головой. Моделей конструкторов много, можете выбрать на любой вкус и ценник. У вашей мамы теперь, вероятно, есть хотя бы один час в день, который она может посвятить своему любимому занятию. Кстати, рукоделие здорово успокаивает. Так что кроме приятного времяпрепровождения, это еще и своего рода терапия. Комплекты для вышивания содержат в себе все необходимое для творчества, ну за исключением пялец. Схема легко читаема, нити распределены отлично. Такой подарок будет напоминать о вас все время, когда его будут шить. И потом, уже готовая картина напомнит про этот замечательный подарок, когда будет украшать уголок квартиры. Постер со списком дел. Отличный подарок для тех, кто не знает, что смотреть или слушать и чем вообще заняться. Когда дело будет сделано, достаточно стереть с квадратика покрытие из фольги, за ним скрываются узнаваемые персонажи и образы. Хочешь новых эмоций и впечатлений? Нужны мотивация и вдохновение? Скорее открывай тубус, доставай свой постер, стирай то, что уже сделал и планируй новые свершения. Ты в игре? Мотивационный скретч-постер создан для тех, кто хочет перестать откладывать жизнь на потом. Не решаешься выступить перед большой аудиторией или прыгнуть с парашютом? Тогда этот постер создан специально для тебя. 100 дел предлагает начать с маленьких шагов и постепенно продвигаться к большим делам. 3D-ручка – актуальный подарок для творческих людей. Пригодится художникам с опытом, детям и всем, кто любит создавать интересные объемные вещи. Такая ручка может подтолкнуть человека к более глубокому погружению в сферу 3D-печати и развитию новых навыков.
С этим гаджетом вы сможете рисовать не на бумаге, а в пространстве. Принцип работы 3D-ручки предельно прост. В отличие от обычных приспособлений для письма и рисования, вместо чернил она рисует нитью пластика путем его нагревания и послойного нанесения. Ручка абсолютно проста в использовании. Все, что нужно сделать, это подключить устройство к источнику электрического питания, и уже через пару минут можно выпускать на волю свою фантазию. Подставка для украшений. Если замечаете, что жена хранит кольца, браслеты, цепочки и другие аксессуары на столе или полке, подарите ей специальную подставку. Такая вещица поможет организовать украшения, украсить туалетный столик и будет радовать глаз. Милым девушкам всегда приходится выделять место на туалетном столике для своих драгоценностей и бижутерии. Для этого отлично подойдет такая подставка. На них размещаются всевозможные украшения, и они всегда будут на виду. Легко хранить, легко подбирать к наряду. Я подобрал несколько подставок на любой вкус. Переходите по ссылкам в описании и выбирайте, какая вам понравилась. Зеркало с подсветкой. О таком зеркале мечтают многие женщины. Благодаря установленным по периметру лампам при нанесении макияжа хорошо будет видно каждую деталь. Установить зеркало можно как на туалетном столике, так и на стене в прихожей или ванной. Зеркало для макияжа обеспечивает мягкое и комфортное для глаз освещение с имитацией дневного света за счет 33 светодиодов, равномерно расположенных по всей площади изделия. Прибор включается и настраивается с помощью сенсорной кнопки. Он работает от литиевого аккумулятора. Не требует подзарядки в течение длительного времени. Для зарядки используется кабель. А еще вы сможете регулировать наклон зеркала, выбрав наиболее подходящий ракурс. Также доступна регулировка по высоте. Спортивная сумка – идеальный подарок для того, кто занимается спортом. Отличная вместимость позволяет брать с собой всю необходимую экипировку для тренировок и незаменима для тех, кто посещает бассейн. Сумка изготовлена из качественного, влагозащищенного материала. Основное отделение на молнии с внутренним карманом, на молнии для ключей, гаджетов и тремя открытыми карманами сетка. Отделение для мокрых вещей выполнено из непромокающего материала, застегивается на молнию. Боковые отделения застегиваются тоже на молнию и в комплекте плечевой ремень. Декоративный светильник. Если ваша жена любит красивые интерьерные штучки, то точно оценит декоративную лампу. Такой светильник можно использовать в качестве ночника и фоновой подсветки. И даже в выключенном состоянии он будет служить украшением комнаты. Такой осветительный прибор превосходно дополняет интерьеры жилых помещений, баров и ресторанов. Фонарь органично смотрится в гостиной или библиотеке. Благодаря автономности популярен при оформлении выездных мероприятий и тематических фотосессий. Питание осуществляется от трех батареек типа 3А. Внутри корпуса размещена декоративная свеча, которая создает мягкий теплый свет. Духи с необычными ароматами. Возможно, кто-то из близких или знакомых рассказывал вам, как хочет побывать в Новой Зеландии, поехать в Ирландию или отправиться в поход в горы. Подарите этому человеку духи с ароматом, который поможет окунуться в атмосферу одного из этих мест. А еще можно удивить запахами сладостей или лунной ночи. Триммер. Ваш парень бородач? Тогда триммер ему просто необходим. Еще нет? Тогда с таким триммером он наконец отважится отрастить бороду. Умная машинка поможет поддерживать растительность на лице, прилагая минимум усилий. Эффект двухдневной щетины, фигурная бородка или подравнивание бороды – все это легко сделать с помощью триммера. Именно эта модель – это революционные гибридные устройства для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. Этот триммер умеет все. Елочные украшения. Совместное украшение елки может стать приятным времяпрепровождением. А чтобы оно стало приятным вдвойне, стоит заранее запастись красивыми игрушками. Попробуйте отыскать украшения в винтажном стиле. Оригинальные шарики, стилизированные под старину, станут достойным подарком и займут почетное место на елке. Кроме того, можно постараться и сделать шарики с индивидуальным дизайном. Например, написать на них дату вашего знакомства или первого поцелуя. Елочные шары составили готовое решение стильного и оригинального наряда для новогодней елки. Сочетание цветов в матовом и в глянцевом варианте поверхностей, союз изысканного блеска и приглушенных тонов смотрится потрясающе эффектно, выигрышно и дорого. Ну и как вам такие варианты подарков близким? Надеюсь, видео вам пригодится. А если вам ничего не подходит, то переходите на Яндекс.Маркет и покупайте то, что на ваш счет будет лучшим подарком для близких. И с радостью празднуйте Новый год. Всего вам хорошего и увидимся!